Доброе утро, друзья! Сегодня у нас видео необычное, мы готовить ничего не будем. У нас появился помощник в виде упаковщика Redmond M021. Мы его сейчас распакуем и сделаем небольшой обзор. Ну что, поехали! Давайте откроем крышку, вернее картонку. Так, что тут внутри? А внутри у нас, вот такое вот сразу пакеты, кульки. Большие пакеты, поменьше. Сам упаковщик. Вот такое. Красавчик. Да, внутри шланга для отсасывания воздуха в емкостях. А также есть рулон пакетов. Рулончик. Дальше. Документы. Куча документов. О, тут даже с рецептами. 50 рецептов для приготовления пищи с помощью вакууматора. Вот они, красавицы. Также у нас есть здесь еще какая-то коробка. Вот такая вот большая. Давайте этот уберем, уже пустой там документы. Уберем пока в сторону. Здесь в коробке, что в коробке? В коробке, наверное, емкости находятся. Вот такие вот контейнеры, в которых можно будет хранить пищу. Вот они, крышки. Вот они сами контейнеры. Большая, маленькая, чуть поменьше и совсем маленькая. Ну, я думаю, для салатов, для всего. Вот здесь, в большом, можно делать шашлык и выезжать на природу. Таким образом, откачав воздух, с него, мясо замаринуется очень быстро. И мы пока дойдем до моря или куда мы там поедем, все готово. Я думаю, за 15 минут будет все приготовлено. А здесь салаты, здесь овощи, фрукты, которые хранятся и будут храниться очень долго, независимо от погоды, благодаря тому, что мы откачаем воздух. Вот это все, что было в коробке. Это сам вакууматор. Здесь вот кнопки старт, отмена, продукты. Продукты можно сухие, можно влажные. Насос, нормальная откачка, турбооткачка. А здесь запечатывание. Запечатывание кульков, так как в рулоне, все стороны не запечатаны. Надо сначала его запечатать одну сторону, потом отрезать сколько нужно, ну и заниматься продуктами. Дальше что у нас тут? У нас тут также были емкости. Это хорошая большая банка такая. Действительно, тут много шашлыка влезет. Это для салатов, это еще для чего-то. Как я сказал, кулек и кульки чуть поменьше. И вот совсем большие, наверное, на всю ширину упаковщика. Ну, вот так вот все было. Вроде все просто. Ничего сложного, но мы сейчас что-нибудь попробуем и завакуумируем. Так, давайте, наверное, откроем пакеты. Ну, с пакетами, с теми все понятно. Там одна сторона запаянная, все легко. А вот здесь мы сейчас откроем рулон. Сначала запечатаем одну сторону, ну, а потом что-нибудь завакуумируем. Так,
Так, отмотаем. Ну, я не знаю, сколько нам надо. Так, отрежем немножко. Вот так. Так, рулон пока в сторону. Так, ну надо найти, где здесь шнур. Шнур, а, шнур у нас вот внутри. Ее вот заложим. Удобно. Так, все вытаскиваем. Подсоединяем. И начнем. Так. Напоминаю, мы сначала здесь две стороны, они мы отрезали от рулона, и все стороны у нас открыты. Надо одну сначала запечатать. Так, открываем. Все, теперь влаживаем пакет и плотно с обоих сторон, вот они есть защелки, нужно надавить сильно, чтобы они щелкнули. Вот таким образом. Оп, все готово. Все, вот лампочки загорелись, питание пошло. А нам нужно ее запечатать. Нажимаем кнопку «Запечатать». Вот она загорелась синим. Ждем, когда она потухнет. Как потухнет, значит, пакет запечатан. Все. Теперь открываем. Сбоку здесь есть вот такие две кнопочки. С этой стороны и с этой. Мы надавливаем на них. Все, открылся. Вот он пакет. Все готово. Запечатали. Сейчас мы что-нибудь завакумируем. Так, давайте в пакет положим морковку. Вот так. И завакумируем. Вот так положили. Закрываем крышку. Плотно надавливаем. И продукт у нас сухой. Здесь вот можно нажимать сухой или мокрый продукт. У нас сухой. Надавливаем кнопку старт. Все. Все готово. Также делаем, нажимаем кнопки отщелки вот эти. Все готово. Таким образом, этот продукт может храниться долгие месяцы, и ничего с ним не будет. Так, отрезал кусок от рулона. Одну сторону уже запечатал. Сейчас нарезал яблочко. Давайте заложим дольки яблок. И также завакумируем. В таком состоянии яблоко не потемнеет и останется в довольно нормальном состоянии на долгое-долгое время. Все. Вкладываем. И будем вакуумировать. Все. Щелкнули. Сухой продукт. Старт. Отщелкиваем. Быстро так делается. Вроде не турбо, а быстро все. Все. Можно идти в поход. Яблоки, дольки нарезаны. Также все остальное. Этот вакууматор можно использовать при приготовлении пищи методом сувид. Вот написано. Это когда влаживают пакет, продукты, мясо, овощи, вакуумируют, то бишь выкачивают воздух и готовят при низкой температуре, варят. Это температура 50-60 градусов. Таким способом мясо или овощи остаются максимально полезными.
давайте вскроем пакет с яблоками и поместим в контейнер эти кусочки и попробуем откачать воздух. Так как контейнеры мы еще не пробовали, давайте посмотрим. Так, здесь как у нас крышка? Крышка. Так, здесь у нас открыто, закрыто. Ставим на открытое. Достаем шлангу. Шланг достали. Оставили открытым. Вставляем шлангу. Одну сторону. Вторую сторону шланга вставляем. Вот здесь есть отверстие. И надавливаем. Рядом кнопка. Поехали. Все. Дальше. Закрываем контейнер, поворачиваем и вытаскиваем шлангу. Все, яблочки готовы, воздуха там нет. И таким образом яблоки или любой продукт могут храниться долгое время. У нас получился небольшой обзор вакууматора М021. Ну, так как у нас канал кулинарный, мы еще с ним встретимся не раз. Я думаю, в ближайшее время попробую что-нибудь приготовить. А также меня заинтересовала вот эта вот вещь, когда в пакетах варить продукты, можно овощи. Также что-нибудь попробуем приготовить. А также обязательно шашлык сделаем. Очень вкусный, сочный. Замаринуем. Откачаем воздух, и лучший штучок у нас огонь. Ну, если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Ароматы Казана». Всем любви и здоровья, до новых встреч, пока.